Накануне празднования собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных архиепископ Майкопский Адыгейский Тихон совершил богослужение в храме, освященном в честь предводителя воинства небесного в станице Куджибской. За последние несколько лет немало благих преобразований произошло на приходе, что, несомненно, порадовало сердце архипастыря. Это один из самых старинных храмов Адыгейской епархии. Построен из дерева в середине XIX века. Настоятелем здесь является иеромонах Михаил Анжельский, который вместе с прихожанами в это туманное утро встречал архипастыря с букетом цветов и ароматным караваем. Мы очень рады вас приветствовать в нашем храме. За вас спасибо, Господи. Последнее архиерейское богослужение здесь проходило 4 года назад. За это время было сделано очень много в деле благоустройства храма. Поставлен железный забор, установлены натяжные потолки с библейскими сюжетами, куплены новые паникадилы и светильники, отремонтировали притвор, поставили новое электрическое отопление, раньше топили дровами. Так как храм старинный, многое требовало капитальной замены, например, водостоков. А южную паперть вообще пришлось поднимать домкратом и заново заливать бетоном, так как она провалилась в результате неправильной постройки котельной. Это была очень сложная работа. Цоколь храма обложили природным камнем, укрепили фундамент, покрыли храм железным сайдингом, чтобы дерево не гнило в результате погодных явлений. Кроме того, вокруг церкви появилась замечательная асфальтная дорожка. Как отметил настоятель, все это было сделано благодаря трудам старосты храма Анны Шенгиреевой. Этот день был ознаменован многими памятными событиями. Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл праздновал свой 76-й день рождения. По этому случаю за богослужением были вознесены особые молитвы о Святой Руси и благодарственные прошения. Твое благодеяние всех верных твоих получите, церковь твою святую в град, и весь сию, и раба твоего, святейшего патриарха Кирилла, от всякого злого обстояния избавляя, и мир и безмятежие тем тебе даруя. Также верующие молились об упокоении усопших, погибших в дорожно-транспортных происшествиях по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП. В завершении богослужения владыка Тихон поздравил всех с воскресным днем и поблагодарил за соборную молитву. Я посетил ваш приход с большой радостью. Длительное время я не имел этой возможности, то пандемия, то еще какие-то обстоятельства. Но сегодня несколько приятно был удивлен теплотой, которая сейчас присутствует в этом храме. Я не имею в виду вещественной, а именно духовной теплотой. Сейчас, конечно же, как и всегда, трудно нам переносить все эти моральные, особенно тяготы, в которые мы сейчас погрузили сами себя и находимся в этом состоянии плачевном. Но я искренне верю, что Господь даст нам силы, даст нам мужество преодолеть этот кризис духовный, преодолеть все. И обязательно каждый человек осознает и будет жить в мире с Богом, с Его заповедями, посещать храм Божий. Оксана Ковтун, Николай Ковтун, Республика Адыгея, станица Куджибская.